Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс «Человей» изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знай. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Человек расположен на платформе ИКАР. Передовое достижение науки. Платформа ИКАР была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Дозировки не желаете? С удовольствием. Опять Сипуха в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда вижу. Иди сюда. Навигационные системы роботов непрерывно совершенствуются. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего один шаг, отделяя нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, что привычно нам с рождения. Это не просто красивые слова. Увидите, как изменился наш любимый Советский Союз в предыдущие десятилетия. Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Профессора Лебединского.
начинает боевой разворот! Ой, своё! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Вот дерьмо! Товарищ майор, давайте руку! Я провожу вас в комплекс Авалилов! Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты, ублюдок, Желез! Ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! Работаем в темпе восстановки. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Как же болит башка. Эй, мужик, иду, ты там живой? Твою мать, отвали-то! Взялил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... Каюк!
Отбегалась, железка долбанная.